Ребята, у нас тут около 90 разных машин, и мы можем выбрать любую. Папа, я что-то видел. Вот эту, давай вот эту красненькую со спойлером. Да, давай. Ребята, выбираем красную какую-то гоночную машину со спойлером. Ребята, смотрите, какая она прикольная. Вот это да. Давай поедем. Куда едем? Вот туда. Ну давай, вот сюда? Нет. А куда? Куда едем? Мы после, когда мы едем. О, давай на молоток, давай сюда. Интересно, что произойдет? Тут смотри, уже у какого-то человечка уже он машину раздолбало по полной. Смотри. Молоток, мы готовы. Она взорвалась, Егор. От нее ничего не осталось. Ты видел? Давай еще раз выберем. Давай какую-то другую. Давай полицейскую машину. Давай. Давай. Вот у нас, ребята, полицейская машинка. Ой, да нас уже кто-то врезался. У нас полмашины уже исчезла, Егор. Да она у нас еще и ездит. А давай мы тоже в кого-то врежемся, давай? Давай. Давай. Так, вон какой-то ездит у нас человечек. Ого, вот это она улетела. Смотри, как она раскрутилась. Так, куда едем? Давай, давай в кого-то врежемся. Я хочу в кого-то, ребята, врезаться. Вот, например, вот в эту машинку мы немножко промахнулись. Вот, давай. Ай, не получилось. Папа, давай другую выберем. А интересно, в этой машинке можно мигалки как это включить, а? Как ты думаешь? Давай врежемся. Вот так вот, смотри. Мы машину полностью разваляли чью-то. Вот. Это да, ребята. А наша еще, смотри, наша еще ездит. У нее одно колесо осталось, но она еще ездит. Ну что, пойдем ее добьем. Вот где-то вот там вот. Смотри, какие-то вертушки какие-то сумасшедшие. Ого! Ты посмотри, что от нее осталось. Она еще едет. Егор, смотри, одно колесо у нее, а она еще едет. Машинка полицейская, ребята, у нас оказывается даже очень выносливая. Ее нереально носит, заносит. Так, а давай вот сюда. Что тут у нас? Опачки. А что произошло? Давай выберем еще машину, еще раз на трамплин заедем. Что у нас тут еще? Я хочу грузовик. Я хочу вот эту. Беленькую? Да. Давай беленькую. Окей. Вот наша машинка. Так, а где у нас? Ага, вон трамплин. И там, ребята, у нас прям мясорубка какая-то находится там. Столько всяких каких-то там крутящихся элементов, которые могут машину нашу просто разорвать на части. А, ну нам в принципе это и надо, да? Ну что, давай пробуем. О-о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 -
ее полностью на части разорвала, ребята. Давай еще. Так, ребята, предлагаю выбрать какую-то следующую карту. Давай и... вот эту. Вот эту? Нет. Вот эту? Да. Dead Jump, то есть мертвый прыжок называется. Ну, сейчас глянем, что у нас здесь происходит. Давай трактор выберем. Нет, давай полицию. Полицию? Крутую полицию, да? Давай. Вообще... О, вот машина. Ну что, едем? Ого, вот это трамплин, смотри, что с ней происходит. Ого. Ага, у нас тут должен быть крутой трамплин и прям в яму какую-то. Смотри, да тут тоже мясорубка происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, нашу машину полностью порвало в клочья, ребята. О, смотри, какая гоночная, смотри, какая интересная. Давай ее попробуем. Ребята, ну что, готовы? Сейчас будет какой-то полнейший отпад. Ну, сейчас глянем. Так, машинка, давай, держись. Приблизим чуть-чуть, сейчас посмотрим, что произойдет. Ого! Вот это ее покромсало на части. О, так а мы смотри, мы крутимся здесь. Ребята, мы крутимся. А давай пойдем дальше, что произойдет? Да. Так, мы выживем, интересно, или нет? Ой-ой-ой-ой-ой, его раскрутило, расколбасило. И, в общем, да, ребята, смотрите, мы на самом дне оказались, и мы еще каким-то образом выжили. Итак, выбираем другое место. Я предлагаю отправиться вот сюда. Здесь какое-то вот есть интересное место. Смотри, ребята, у нас голова вылезла из машины, посмотри. Вот это, да, я такого еще не видел. Вот это глюк прикольный. Так, ладушки, ну что, что здесь вообще нужно делать? Ты знаешь или нет? Смотри, что тут такое? Ого! Бум! Ого, смотри! Смотри, да мы еще... О, нас по речке несет еще. Смотри, посмотри, по речке несет.
Не, машинку как-то слабенько раздолбало, предлагаю выбрать теперь точно грузовик. А давайте для пущего эффекта сейчас мы разгонимся. По полной. Машину раздолбали немножко Бугатти Вейрон, но ничего страшного, я думаю, игрок переживет это. Так, мы разгоняемся. Так, смотрим, что будет дальше. Ого, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это крутит его по-сумасшедшему, посмотри, как она разлетается. Колеса отпали, у нас одно колесо осталось. Так, ну машинка еще на ходу. Так, ой, последнее колесо отпало, а нас куда-то дальше, ребята, несет по течению. Сейчас мы, скорее всего, упадем с водопада огромного. О, нет! Ой-ой-ёшечки, что тут происходит? Нас дальше несет. То есть, чем дальше, ребята, я так понимаю, тем круче. Так, ну нашу машину потихонечку-потихонечку разваливает в дребезги. У нас еще кузовщина почти целая, ну, грубо говоря. Осталось от нее ровным счетом практически ничего. Давай выберем еще какую-то машинку, давай. Давай вот эту беленькую. Вот эту? Мы уже на ней катались. А давай вот эту беленькую. Вот эту? Да. Ребята, выбрали мы вот такую какую-то гоночную машинку, да. О, давай вместе с тем человечком сейчас взлетим. Вот так вот. Ой-ой-ёшечки, ребятки, смотрите, как нашу машину колбасит. Это что-то с чем-то. Это какая-то вертушка от вертолета. Ого! 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 Вот это ее расколбасило, ребята! Егор, ты посмотри, что происходит. Ой-ой-ёшечки! Да мы еще ехать можем. Я еще управлять могу, смотри! Да ты смотри, я еще управляю. Я и поворачиваю. Вот это да! О, смотри, инвалидная коляска. Давай попробуем. Давай. Интересно, что произойдет, ребята? Это что-то с чем-то. Инвалидная коляска в Роблоксе. Так, если честно, этому человечку не завидую. Сейчас произойдет что-то ужасное, наверное. О, господи. Ой, голова катится. Эй, ребятки, если вам понравилось видео, подписывайся на канал, жми палец вверх и пока-пока.